Да, ребята, именно так я и поймал Мбаппе. Я просто выполнил все указания, показанные на экране. Вау, классно. Вот это Next Gen, вы только посмотрите. Коротко о контенте FIFA 21. Просто пустота. Найс, у меня еще игра вылетела. Блять. Отличное начало видеоролика, ребята. Я, кстати, на плойке 4 сегодня играю. Просто мне каждый раз лень таскать PlayStation 5 из комнаты в комнату. Как появится диджитал-версия в свободной продаже, я сразу же куплю ее и поставлю у себя здесь в комнате. Боже, как все на контрасте с PlayStation 5 тормозит на версии PS4. Так, ну и что, поехали вскрывать. Это паки ранга там то ли 3-го, то ли 2-го дивизиона. А на втором аккаунте у меня 10-й дивизион. Я думаю, что вы помните, как я туда вышел. Хотя этот ролик так мало просмотров набрал, поэтому, возможно, вы этого даже не видели. Ну, это заодно будет эксперимент, на каком аккаунте мне подкрутят лучше. Вот на этом, или же на том, где я сижу в 10-м дивизионе. А у нас сегодня, ребята, на связи Лига Европы. Динамо Загреб будет играть против ЦСКА, и наши спонсоры с компании OneX готовы предложить вам классные коэффициенты. Ссылочка на сайт будет в закрепленном комментарии, или же просто перейдите по моему классному QR-коду. Такие дела. Ну и не забывайте про сайт с продажей монет. Ссылочка тоже в описании. Опа-на! Вот это я, называется, пак скипнул. Я поймал лигочемпионскую карточку. 95 тысяч. Пейс, конечно, да, не шибко крутой. Но скорость рывков 8.7. Плюс для выполнения каких-то челленджей тематических вполне себе нормальная карта. Ну и плюс какой-никакой линк к Криштиану Роналду. Это, собственно, был какой-то бич-пак. 1500. Давайте я немножко по лайту сдоначу. Я понял, что абсолютно не имеет смысла донатить по 12 тысяч фапоинтов, потому что один хер, ничего не падает. А так, немного сдонатив, можно полутать удачу, возможно, и вытащить какой-нибудь биста в хуевом пальке. Допустим, он в этом. О, Виналду. Про что я и говорил. Это 40 тысяч. Вполне себе неплохо. О, волкаут. Это неожиданный волкаут. Франция. ФРВ. Ебать! Я поймал Мбаппе! Я поймал Мбаппе, ребята! Я не верю! В таком хуёвом паке! В таком хуёвом паке! Ебать, на Мбаппе упал! Как мне упал один из лучших игроков FIFA, бля? Ёб твою мать, все ли записывается? Бля, у меня руки дрожат. У меня руки дрожат, блять, я таких эмоций не испытывал, блять, наверное, давно. Пиздец, не упал Мбаппе. Ребята, все, конец, я в ахуе. За всю хуйню, за всю эту ебучую черную пятницу, блять. Ну что, друзья, прошло несколько минут, не побоюсь этого слова, исторического события. Мне впервые за FIFA 21 упал игрок дороже миллиона. Вот, все проверки, там я кручу-верчу, там вверх-вниз, блять. Понятия не имею, что с ним делать. В принципе, вместо Решфорда можно. А, тогда у Погба шестерка будет. Это, конечно, херово. Блин, вот это, конечно, трагедия. Не знаю, куда запихнуть Мбаппе. Я себе Криро тут приобрел по сыгранности у него там. Семерка будет после 10 матчей, но все же лучше так, чем вообще никак. В таком хуевом паке. Блять, сколько я наоткрывал этих ебучих паков по 100 тысяч, по 125 тысяч. Вообще ни хера не падало. И тут в паке за 350 FIFA поинтов. Вы только вдумайтесь. 350 FIFA поинтов. Три редких предмета. Два пака по 100 тысяч. Вот ставлю хату. Здесь ни хера не будет. 82. Реально 82 даже в дубликатах. Ну вы посмотрите, как хуёво работает эта игра. Ну, в плане дропа. Очень нелогично. И здесь тоже нет волкаута. Нам падает пьянич. 85 рейтинг. На единичку не дошел до волкаута. Ну и перед тем, как заглянуть к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод. Ну что, друзья, для вас прошел лишь один миг, а для меня несколько дней. По итогу я все-таки решил продать Мбаппе и залутать монетки, потому что место в основном составе, к сожалению, ему не нашлось. Также я решил тут немного заморочиться и выбить Ван Бергена. Насчет вот этих двух пацанов не знаю, ну а вот этот парень определенно будет суперсабом. 5 звезд на слабой, что намекает на то, что это реинкарнация Кинта. В прошлой фифке он был у каждого на банке, и в принципе этот парень похож на него. Опять же, скорость 5 звезд, выносливость 98, ловкость, баланс, статы прекрасные. А со своей идеей с бездонатным аккаунтом я немного продристался, нихера там не выпало. Я-то думал, типа, о, если давно на аккаунт не заходишь, у тебя там минусовая стата, тебе сейчас посыпется. Ну и, в общем-то, сейчас мы будем тестить новые паки, Лига Чемпионские. Нафармил я их около 20 штук. Так, первый пак, я не буду смотреть, есть волкаут или нет, Голландия. Это Келлини, да? А, нет, это Банучи, 85. Ну, давайте же, подкрутить волкаут. Волкаут есть, хорош, наныл, наныл, давайте, что-нибудь классное. Бразилия, ЛФА! Вратарь. Ну, слушайте,
типа неплохо, 90 рейтинг Алисона. О! А вот и Линк подъехал к Алисону, Гомес. Ну, давайте еще один волкаут. О, отлично, каждый раз, когда я прошу волкаут, он приходит. Окей, смотрим флаги. Но это не волкаут, ну нахуя наебывать? Это 84 рейтинг, почему, блять? У этих ебучих Лига Чемпионских карточек волкауты идут с рейтинга 84. Объясните мне кто-нибудь, я вот, например, не понимаю. Так, ну что, последний пак у нас остался. По сути, у нас был один натуральный волкаут. Это Алисон и, собственно... И, собственно, все. Ладно, и не дают мне эти покоя паки по 50 тысяч. Так, волкаута нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже волкаута нет. Также я думаю, что вы в курсе, что карточку Дэвида Бекхэма добавили в FIFA. Но есть одна проблема. Ты ее не можешь купить. Третий день. Я уже вот так вот сижу, пытаюсь ее найти, но у меня ничего не получается. Блять! Сами, блять, выставляют такие ценники, чтобы игроки сидели, снайпели, а потом, блять, учетные записи проверяют. Ну, охуеть просто. Доброе утро. Ебать, пацанищи, за один день, кажется, мы все замерзнем нахуй. Надеюсь, фифку наконец-таки добавят снег. Блять, как же долго я записываю этот покопинг. Это уже пятый день вроде, как я открываю различные паки. Просто тупо делать нарезку с одним БП, учитывая, что он мне упал на, там, не знаю, пятой минуте записи видеоролика. Блять, что за ебаный показ мод? Не, в пизду, я этой хуйней заниматься не буду, QuickSell. Ну что, принимаем наши награды. 125 тысяч, 3 пика, паки по 100 тысяч. Вчера я открыл засейвленные паки с информами. Мой дроп был просто восхитительным, он у вас на экранах. Ну что, ребята, 3 пика. Команда недели топовая. Сон, Салах, Заа. Короче, есть кого ловить. Мне в пиках очень давно не везло. И, возможно, это тот самый шанс поймать что-то, хотел я сказать, но это просто кошмар. Давайте я возьму самый низкий рейтинг. Открываем второй пик и... Бля, ну это полная хуйня. Полнейшая хуйня, я бы даже сказал. Получаем свой заслуженный трипер, ну и финальный пик, ну... Пиздец. Снова элита 1. И снова худшие пики в истории человечества, блять. 100 тысяч пак. Как обычно, я не смотрю, есть волкаут или нет. Бразилия. ЦЗ. Бля, какой нахуй Пабло. Ой, вот это боль, вот это боль. Вы посмотрите на эти шикарные паки, блять. Короче, я вам базарю. Надо было просто после МБП останавливаться и не дезморалить себе. Так, я снова не смотрю на волкауты. Хотя уверен, что их тут не будет. Так, Италия. ЦЗ. Ебать, копать. Вот это дроп. 85 от черби. Плюс еще 5 ек упал. Вау. Мне кажется, я уже зажрался, да, ребята? Совсем недавно мне МБП подогнали, а я тут что-то еще и выебываюсь. Ну и, собственно, сегодня очередные 6 информов. Раньше времени я себя не дезморалю. Даю надежду на что-то хорошее. Бразилия. ПП. Понятно. Атави. Класс. Просто класс. Что ты еще скажешь? Как обычно, не смотрю. Поднимаю глаза и хочется видеть классные флаги. Блять, просто одни и те же люди падают. Просто, блять, одни и те. Какой шанс вообще поймать что-то классное за викинг-лигу эту ебучую? Ну что, друзья, последний шаг отчаяния. Красные пики за викинг-лигу. Рейтинг 86+. Выбор из 3 игроков. Фух, это должно быть эпично. Все, прощайте, ребята. Красный пик 86+. Очень рассчитываю на этот пак, скажу вам честно. Не хотелось бы здесь увидеть какого-нибудь Сомера, какого-нибудь голкипера. В идеале это, конечно, Криштиану Роналду. Ну или Лео Месси. Ну или, блять, не знаю, кто-нибудь классный. Короче, немного волнуюсь, но давайте попробуем это сделать. Хотя, может, коту это доверить, я не знаю. Давай, кот. Честер, смотри. Вытащи меня, пожалуйста, Криштиану. Ну, это который такой, си. Вот. Я тебя... И 86+. Или счастье какой-нибудь Решфорд ёбнется новый, да? Ну, было бы неплохо. Ну ты нормально так комьюнити подсадил на трейдабл игроков, блять. У людей просто монет нет, и амбассадоры есть. Везде. Спасибо, поднос, тебе поднос, да. Информ, блять, Решфорд, и клуб стоит 0 монет. Здорово, блять. Блять, ну рейтинг. А че сейчас в паках же нихуя не падает? Хуяные пики, бля. Так, я тут. Блять, одну карточку-то дадут нормально. И Ластецкий. Ну это что, флеш-рояль ты собрал, получается? О, информ, иди сюда. Бля, вы насколько, да, информы вообще вес хоть какой-либо потеряли? Вот эти ебаные, блин, это ужас просто. Они как грязь. Зато серебряные охуенные.